Каждый руководитель городской ячейки рассказал о деятельности своей партии и ее программе. Затем студенты могли задать вопросы. Встречу организовали совместно с городской избирательной комиссией. В принципе, это традиционное ежегодное мероприятие, брифинг политических партий. Оно делается для того, чтобы будущие и молодые избиратели имели представление о политической системе нашей страны, как она устроена, какие политические партии представлены в нашей Государственной Думе. Я рада, что студентам стало интересно это мероприятие. Полный зал молодых студентов, будущих или уже настоящих молодых избирателей, которые в самое ближайшее время будут принимать участие в выборах депутатов в нашем крае, депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. Но 2018 год очень серьезный и важный для нашей страны. Будут выборы президента Российской Федерации. Поэтому мне кажется, что важность сегодняшнего мероприятия неоспорима. 21 февраля в России отметят День молодого избирателя. Мероприятие приурочили к одноименному месячнику.